Всем привет! Вы на канале Планета Страйкбола. Страйкбольный автомат АКС-У от компании LCT поставляется в картонной коробке с полиграфией. Комплект поставки включает в себя инструкцию на английском и китайском языке, сам страйкбольный автомат и механический магазин. Внутри у данной модели гирбокс третьей версии, аккумуляторный отсек под крышкой ствольной коробки. Чтобы получить к ней доступ, нажимаем на фиксирующую кнопку и поднимаем крышку вверх. Здесь мы видим разъем мини-томия. АКС-У от компании LCT выполнен из стали, из дерева сделана накладка на газовую трубку и цевьё, из пластика магазин и рукоять. Модель имеет складной рамочный приклад. Чтобы его сложить, нажимаем на кнопку и складываем приклад на левую сторону автомата до щелчка. Чтобы разложить приклад, отжимаем фиксатор и раскладываем приклад до щелчка. Предохранитель, он же переводчик режимов огня, имеет три положения. Положение предохранителя, когда спуск заблокирован, положение автоматического огня, положение одиночного огня. Доступ к регулировке хоп-ап осуществляется через окошко выброса гильз. Чтобы получить к ней доступ, оттягиваем имитацию затвора и, сдвигая ползунок в сторону приклада, увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления открытого типа представлены перекидным целиком и мушкой с регулировкой по вертикали при помощи мушковерта. Для крепления оптических либо коллиматорных прицелов предусмотрены кронштейны типа «Ласточкин хвост». Для крепления оружейного ремня – антапка в районе мушки и вторая антапка в районе узла складывания приклада. Установка магазина стандартная для АК-серии. Цепляем передний зуб, доводим задний зуб до щелчка. Чтобы отомкнуть магазин, нажимаем на рычаг отмыкания, выводим магазин пяткой вперед. В комплекте поставляется механический магазин. Чтобы заполнить его шарами, потребуется лоудер.